Эти бабушки и дедушки Чуваши на Евровидении пока не собираются. Но в конкурсах активно участвуют. В столичном ДК «Салют» прошел финал межрегионального хорового чемпионата ветеранов войны и труда. С толком, с расстановкой и обязательно с баяном. Так выступают хоры ветеранов. Большая часть из них имеет высокое и почетное звание народных. Сегодня принимал участие 16 коллективов. Коллективы, которые прошли полуфинал, коллективы, которые показали высокий уровень профессионализма, энтузиазм, любовь к песне. Они, конечно, за кулисами очень сильно волновались, но на сцене они показали свое лицо, они держались мужественно, они держались эмоционально, они заражали зал, поддерживали друг друга. Я считаю, что это мы не должны терять вот этот элемент нашей культуры. В ветеранском репертуаре песни о судьбе, о любви и, конечно, о войне. Вместе они поют уже много лет и без хора жизнь себе не представляют. Наш хор очень нравится. У нас люди очень хорошие, слаженные, очень доброжелательные. Мы идем в наш хор, вы знаете, отдыхать. Просто вот на репетиции, просто ноги, у нас 100% посещаемость, просто ноги несут в этот хор, так посидим, поотдыхаем, попели, разошлись и еще даже не можем разойтись. Еще нас стоим, говорим, и о песне говорим, и вот эту бы петь, это у нас хорошо прошла песня, а это еще лучше, давайте вот эту. Знаете, как это очень интересно. Конкурс – это очень важное событие, это очень нужно, это, вы знаете, волнение такое, ой, выиграли, лучше, не лучше, кто лучше, и вообще другие коллективы хотя бы посмотришь, как другие поют. Творчество в первую очередь оценивают слушатели, фаворитов у зрительного зала нет. Бурные аплодисменты звучат после каждой песни. Пусть они и не такие популярные, как хиты бурановских бабушек, но нашим вокалистам на Евровидение не ехать. Хотя, по мнению членов жюри, хоры Чувашии запросто могут дать фору популярному удмуртскому коллективу. Я давно не видела такого конкурса вообще со всех районов, кроме юга Чувашии. Все были хорошо представлены. Я считаю, вот этот конкурс как раз продвигает вперед и дальше развивает не только национальную культуру, и всю Россию. Да я бы всем дала бы первое место. Победителем чемпионата стали участники народного хора ветеранов Дворца культуры «Салют» «Волжанка». Лучший коллектив представит Чувашию на международном конкурсе фестиваля самодеятельных хоров и творческих коллективов ветеранов в городе Сергиев Посад. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.